Молодогвардейцы Якутии в очередной раз отправились оказывать волонтерскую помощь мирным жителям ДНР и ЛНР. Четверо волонтеров отправились в Донбасс с гуманитарной помощью. Добровольцы окажут поддержку населению, а также пройдут медицинскую подготовку и будут ассистировать при проведении медицинских операций в военных госпиталях. Напомним, в последние месяцы добровольцы работали сразу в нескольких городах Луганской и Донецкой народных республик. Они разносили продукты питания, вещи первой необходимости и помогали нуждающимся, которые остались без попечения. Мы везем с собой 6 крупных коробок подарков для детей Донбасса, собранных в рамках акции, запущенной главой республики Арсением Сергеевичем Микоевым и лидером молодогвардейцев России Антоном Вячеславовичем Демидовым. Было собрано более 300 игрушек, это 6 крупных коробок. Надеюсь, мы их сможем доставить в населенные пункты, где есть дети-сироты, которых нельзя вывозить с этих территорий.